Российские экипажи, которые должны были служить на мистралях, расформированы. Моряков переправили на другие корабли. А все оборудование отечественного производства, предназначенное для вертолетоносцев, демонтировали из Франции и оно доставлено в Выборг. Перевозку, кстати, платила французская сторона. В Россию вернулось более десятка 20-тонных контейнеров с оборудованием, в том числе система боевого управления. Напомню, после отмены сделки между Россией и Францией, корабли класса «Мистраль» купил Египет. Военные из этой страны пока не заявляли, какое оборудование планируют установить на вертолетоносцы. Однако наши специалисты склоняются к мнению, что это будут зарубежные аналоги. В любом случае, вернувшиеся электроники найдут применение в наших вооруженных силах. Еще летом Генштаб ВМФ России сообщил, что наши моряки, которых предполагалось направить на «Мистрали», начали переподготовку на других кораблях российского флота.